произведении шершня. Шершня сегодня, 7 октября 2019 года, выводится шершень. Самка королева шершня, раз, два, три, и выгрызлась окошечко в коконе и медленно передвигаясь, переваливаясь, бо она толстая и солидная. А ее сестрицы там поджидают под коконом, наевшиеся, и смотрят, только что с ней общались, подталкивали, выходи, 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 а сами потом от солнышка спрятались. Ага, вот вы тут тоже, я тоже спрячусь. Схожу, делаю пипи сейчас. Почищу немножко свое брюшко. Ага, вот так вот выйду. И я уже на свободе. Я уже на свободе. Могу греться на солнышке и со всеми своими сестрами общаться. И своего шершня труднее искать. Если найду, буду счастлива. Если не найду, полечу на улицу. Буду там искать. А вдруг здесь где-то между кокона и трутень появится. И уже жизнь прошла не зря. Ага. Вот так выхожу. Вот выходите, выходите, мои сестрицы. Расскажите, какие тут новости на коконе. Где тут еда? Где тут можно подкормиться? Где тут метку давали? А я пока в уголочек спрячусь. Я в уголочек спрячусь, потому что там еще и вон самочка выходит. Я еще не такая голодная. Мне нужно спрятаться, потому что крылышки еще не окрепли. Крылышки не окрепли, не могу летать. Не могу летать, значит, не могу спрятаться. Поэтому самым простым способом, раз спрятался под кокон, между коконами. А между коконами места мало там. Места мало. Поэтому приходится там искать, искать, искать где-то норочку. Где-то норочку ходить вот там внизу. И искать норочку, где бы спрятаться, где бы спрятаться. Ну ладно, похожу еще с вами поговорю. Посмотрю, вот такая я неокрепшая. Вот такая я еще. Да и не мокренькая уже.